Всем привет! Я Аня, и вы на канале Бублик Шоу. Мы сделали подборку супер-классных антистрессов с громко щелкающими пупырками. Это бравлер Нани из Бравл Старс, яркий и смешной губка Боб с пупырками и 3D-глазами. И, конечно же, бравлер Бель для любителей игры Бравл Старс. Подписывайся на Бублик Шоу, ставь лайк и поехали! Я распечатала на принтере Нани из Бравл Старс. В интернете ищите Нани Бравл Старс раскраски. Клеим рисунок к тонкому картону. Если ты так же, как и я, любишь антистресс и Pop It Fidget, поставь лайк этому видео. Не забудь подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить классные новые ролики. Давайте раскрасим Нани. Если не помните цвета, можете, как и я, посмотреть в интернете. По традиции, время приветов от Бублик Шоу. Для раскрашивания можно использовать фломастеры, краски или карандаши. Главное, выбирайте яркие цвета. Рисунок для антистресса готов. Вырезаем его и на месте глаза сделаем пупырку. Это классный новый надежный способ. Смотрите внимательно, чтобы повторить. Берем любой шарик. У меня нашелся пластмассовый как раз нужного размера. И вот такое кольцо. Либо можно взять рулончик из-под маленького скотча. Берем листочек из фоамирана. Этот материал продается в магазине канцтоваров. Нам нужно его нагреть. Я использую утюжок для волос. Нагреваем сверху на шарик и фиксируем кольцо. Немножко ждем. Теперь лишнее нам нужно обрезать. Вклеиваем в отверстие. Мы использовали термоклей. Чтобы все было ровно и красиво, клеим заготовку Нани из тонкого картона сверху. Осталось дорисовать глаз. Используем оранжевый и черный фломастеры. Посмотрите, какая классная игрушка антистресс у меня получилась. Давайте попробуем, как она щелкает. Класс! Этот звук мне очень нравится. Если тебе тоже, не забудь поставить лайк. Я распечатала Спанч Боба на цветном принтере. Можно на обычном. We'll be right back.
Боб с пупырками никого не оставит равнодушным, это уж точно. Дорисуем зрачки и блики. Я использую черный маркер и белый корректор. Глаза получились с 3D-эффектом. Кажется, что они движутся как настоящие. Если тебе понравился такой классный антистресс, ставь лайк, подписывайся и делись видео с друзьями. Распечатываем бель на черно-белом принтере и раскрашиваем. А если есть возможность, распечатываем на цветном. Нам нужен лист плотного картона. У меня не нашлось, поэтому склеиваю 2 тонких. Использую клей-карандаш. Мы получили картон нужной плотности. Теперь клеим рисунок к нему. А пока нажимай на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах на Бублик Шоу. По традиции передаем приветы нашим зрителям и подписчикам. Спасибо, что смотрите нас. Нам нужно вырезать рисунок, немного оставляя белые края. Игрушка получается достаточно большая, почти размер листа А4. Чтобы антистресс прослужил долго и не потерял цвет, ламинируем с помощью широкого скотча. И тогда даже капли воды ему не страшны. Весь лишний скотч по краю обрезаем. Класс, честно говоря, мне уже нравится. Обводим рисунок на картон для второй заготовки. Кстати, можно использовать коробку из-под обуви. Сделаем отверстия для пупырок на 2 заготовках. Их будет 3. 2 меньшего и 1 большего размера. Вырезать удобнее всего маникюрными ножницами. Получается аккуратно и достаточно ровно. Я нашла шарик такого же размера, как и само отверстие. Отлично подходит. А также взяла колпачок от клея карандаша. Для глаз использую розовый фоамиран толщиной 2 мм. Для 2 пупырок понадобится 2 небольших квадратика. Греть буду утюжком для волос. Можно использовать плойку или обычный утюг. Для 3-й пупырки нужен шарик большего размера. Кстати, отлично подойдет попрыгунчик. Также понадобится рулончик изоленты. Если хотите, то можете сделать все пупырки одного размера. Для мешка беру квадратик оранжевого фоамирана. Грею утюжком, кладу на шарик, фиксирую и немного жду. Готово! Так делаем 2 розовых и 1 оранжевую пупырку. Все лишнее по краю обрезаем. Вклеиваем пупырки на свои места. Кликает просто супер! Я для удобства использую горячий клей. Также можно использовать двусторонний скотч. Рекомендую брать фуамиран толщиной 2 мм. Пупырки получаются то, что нужно. 2 заготовки склеиваем между собой. Только обязательно сделайте отверстие для пупырок в нижней тоже. Я не сделала и пришлось переделывать за кадром. На пупырках рисуем зрачки маркером или акриловой краской. А на мешке значок Brawl Stars. Сначала простым карандашом, а затем наводим маркером. Simple Dimple Bell готов! Отличная компания для бравлера Нани, которого мы делали ранее. Если тебе нравится такой классный антистресс, ставь лайк и поделись этим видео с друзьями. Всем отличного настроения и никаких стрессов! До новых встреч на канале Бублик Шоу! Пока-пока!